подарки и исполнять мечты – немного разные вещи. Сегодня я с подарком буду исполнять мечту Кати. Она мечтает научиться играть на гитаре. Вот она, новенькая гитара в этом чехле. И Катя нас уже ждет. От ее мамы я узнал, что Катя очень музыкальная. Она любит петь, умеет играть на балалайке и фортепиано. Ей 15 лет, и она особенная. У Кати ДЦП, но я считаю, что музыка подвластна абсолютно всем. Кто из вас Катя? Рассказывайте. Вы Катя? Здравствуйте. Это проект «Обыкновенное чудо», ты знаешь? Нам сказали, ты хочешь научиться играть на гитаре. Да. Гитара есть? Своей нету. Теперь есть. Мы тебя поздравляем с наступающим Новым годом, но это еще не все, потому что мы должны зайти и с тобой вместе что-нибудь сыграть. Согласна? Согласна. Я закончила музыкальную школу, играла на фортепиано и на балалайке. Почему ты решила, что тебе нужна гитара и ты хочешь на гитаре? Потому что на балалайке очень мало современной музыки можно сыграть. Ну что, ты готова на нее посмотреть? Да. На твою первую и новенькую гитару. Давай вместе ее распакуем. И... Какие ноты на балалайке на трех струнах? Ми-ми-ля. Ми-ми-ля. Здесь у нас 6 струн, как мы видим. Эта гитара у нас эстрадная, не классическая. У классической нейлоновые струны. Здесь у нас струны металлические все. И что мы с тобой видим? Ми-си-соль, ре-ля-ми. Самое главное в самом начале, мы сейчас пришли с мороза, тем более это очень важно, настроить ее. Давай настроим. Есть разные приложения сейчас, но в мою бурную юность деревенскую, когда таких приложений не было, как мы настраивали гитару? Брали телефон, давай угадай, что мы делали. Телефон, чтобы настроить гитару, как это можно сделать? Настройщик, скачать приложение. Не, был просто домашний телефон с диском вот такой вот набирать. Мы брали, поднимали трубку и шел гудок, один длинный такой. Помните, да? Пип. Это была нота ля. Еще раз ее дергаем. Видишь, написано подтяните. Смелее тяни в какую-нибудь сторону. А? Знаешь, какой? Еще когда маленькая была, еще когда качали на руках, она тоже подпевала. Поэтому потом пошли в музыкальную школу, не раздумывая. И там выбрала, она была лайк. А, то есть она сама выбирала балалайку? Ну да, она подумала, хотела на фортепиано, сказали, что тяжело, потому что ДЦП все-таки сказывается. Вот, она была лайк, сказали, сможет, ну и правда у нее получилось. Если честно, Кать, я вот, когда только начинал заниматься музыкой, о такой гитаре, вот именно такой, я мог только мечтать. У меня было гораздо-гораздо хуже, поэтому тебе очень повезло, я очень за тебя рад, и рады тоже наши партнеры, которые помогают нам осуществлять такие мечты. Стоматология Сибдентал поддерживает все начинания, начиная от спортивных, заканчивая творческими. Поэтому мы подарили Екатерине гитару, так как она очень музыкальная девочка, особенная девочка. Поэтому мы желаем ей больших успехов, пускай все получится, развивается и занимается тем, чем ей очень нравится, что она любит. Эту песню, ну, те, кто учится играть на гитаре, она, наверное, одна из первых, потому что она не очень сложная и очень популярная. Белый снег, серый лед. Давай дальше. На растрескавшейся земле одеялом лоскутный на ней город в дорожной петле. Когда берешь в руки, первым делом настраивай. Всегда настраивай, даже если она у тебя там минут 30 час постояла, еще раз проверь. Слышите? Что творит? Нужно играть каждый день, но минут по 30. Вот тогда будет получаться. Если ты там 5 часов подряд будешь играть, ну, один раз в неделю, тогда будет прогресс хуже. Папа мне, когда маленькая была, играл «Город, сказка, город, мечта, пропадай в его сети, пропадаешь навсегда».
Ну вот, еще одна мечта исполнилась в рамках нашего проекта «Обыкновенное чудо». И эта мечта исполнилась благодаря нашим партнерам Sip Dental Clinic. Кроме того, что они сегодня Кате подарили эту замечательную гитару, каждый день они дарят красноярцам, и не только красноярцам, яркие и здоровые улыбки. Так что вы тоже загляните, и всех с наступающим Новым годом!